Спасибо, друзья! Добрый вечер, любимые мои зрители. Добрый вечер, Одесса, одесситы, гости столицы Черного моря. Я действительно счастлив, что сбылась моя мечта. Я долго ждал этого дня, этого момента, чтобы спеть на своей родине, наконец-то. И этот день настал. Если хорошо сильно мечтать, то это обязательно сбудется. Я, получается, в долгу перед вами, а это значит, что сегодняшний вечер посвящается всем вам, я ваш, спою все, что захотите. Короче, наслаждайтесь, отдыхайте, а я буду сам наслаждаться и отдыхать, потому что мы сегодня с вами встретились. Спасибо вам! Спасибо! Ну теперь давайте будем наслаждаться. Поехали! Сейчас будем узнавать песню. А он принцесса ее своей называл, она смеялась над ним, а он по ней тосковал. Она сторонилась его, и только во сне он мог быть с ней. Ее подружки говорили, он щепучий, да, длинные руки, рот души, ну просто беда. Он знал об этом, но любил все сильнее, мечтая о ней. Отчего таким создан этот мир? Я не дал бы за него гроша. Пусть щепучий он, пусть он некрасив,